Зимняя сессия для студентов ГОДСУ университета пройдет дистанционно. Тем, кто хорошо учился весь семестр, преподаватели выставят оценки автоматом по накопительной системе. Как оценят знания всех остальных, знает Мария Китаева. Зимняя сессия в Госуниверситете будет проводиться онлайн. Если студент хорошо учился весь семестр, то зачет он получит автоматом. Теперь, что касается экзаменов. Как студент посещал пары и какие оценки получал в течение полугодия, то такую итоговую за экзамен и получит. По накопительной системе студенту выставляется оценка по экзамену, либо зачет, если он отработал все необходимые пары практических, лабораторных занятий, отработал самостоятельно. Если вдруг студента не устраивает его оценка за экзамен, он может пересдать. Тогда нужно будет прийти в университет и сдавать экзамен традиционно с билетами. По опыту прошлой летней зачетно-экзаменационной сессии, я могу сказать, таких студентов у нас было немного. Их было 10 человек. Было 2 студента, которые повысили свой балл, ответив преподавателю, то есть выше получили отметку. Поэтому, как мы видим, все-таки вот накопительная система достаточно объективно оценивает работу студента. Итоговая аттестация тоже будет проводиться онлайн, как и защита курсовых работ. Все онлайн в Zoom. Университет на вооружение взял тот опыт, который был летом при проведении государственной итоговой аттестации, когда по государственному экзамену выставлялась общая оценка накопительная по тем дисциплинам, которые входят в государственный экзамен. На некоторых факультетах зимняя сессия начнется уже на следующей неделе. С 21 декабря сдавать зачеты будет весь университет. Дальше экзаменационная сессия, она продлится весь январь. Ну и каникулы в университете никто не отменял. Отдыхать студенты будут уже в начале февраля. Мария Китаева и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.